Всем привет! С вами, как всегда, я, Лариса. И сегодня мы будем готовить гимнастические сосиски, потому что в них не будет дрожжей. И, как было с кексиками, мы заменяем все вредные продукты на полезные. Вы помните, как было в прошлом. Нам понадобятся яйца, органическая мука из миндальная и кукурузная, соль, розовая наша любимая, кефир, немного растительного масла и чуть-чуть сахара. Ну и, конечно же, сосиски. Давайте приступать готовить.
все, я пошла. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и колокольчики. Всем пока!